Страсти вокруг мусульманского кладбища накаляются. Пострадавших становится все больше. На этот раз на хозяйку ТО «Айжан-3» жалуются сотрудники фирмы, со слов которых их жестоко избили прямо на рабочем месте. Наша съемочная группа, пытаясь выяснить более точную информацию, отправилась на место, где произошел инцидент, и журналист с журналистами Первого Карагандинского. Репортаж Мирамгуль Салкимбаевой. Хасен Айтмолдин вспоминает тот день с ужасом. Мужчина рассказывает, что хозяйка кладбища отказывается выплачивать заработную плату долгое время. На возмущение Шнара Абдикаримова не обращала внимания, а еще приказала своим охранникам расправиться с Айтмолдином. До этого было. Недельку я работал, уехал оттуда. По какой причине? Ну, причина, знаете, я просто слышал, что она... Люди работают, не дает им зарплату, не выдает. Комментировать что-либо сотрудники «Айжан-3» отказались. На связь к журналистам никто не вышел. Вот она, «Айжан Абдикаримов». Снимайте, вот она. Руки уберите, вы что боитесь? На каких основах? Не пускай в руку. Вы интервью хотят взять? Имеем право. Да и охранники повели себя не очень приятно. Обидеть удалось не только экс-сотрудников, но и журналистов. Кто здесь? Братья, давай на улицу снимай сейчас. Смотри, я вам еще раз говорю, вы сюда. Смотри, что творится. Давай, брат. Причина конфликта возникла из-за заработной платы. Со слов Хасина Айтмолдина, он хотел взять свои заслуженные деньги. Шинар Тельмановна даже время и место назначила. Однако, когда он приехал, его дожидалась не зарплата, а толпа парней. 7 числа мне позвонили Шинара Абдикаримова на работу. Приезжайте работать. С другом мы поехали работать. Ну, работали, все конкретно, все было там. Но когда пришло брать деньги свои заработанные, я созвонился днем в городе с ней, что мне деньги нужны. Она говорила, чтоб мне подъехать. Я подъезжаю, ее нету. Охранники с кем-то там, со Шнаркой, кажется, разговаривали, Абдикаримовой. И нас не просто так взяли и избили. Еще нам сказали вообще сюда не подъезжать. Плохо вам будет, если подъедете еще раз. Ночью они позвонили мне, вот то, что их избили там на кладбище. И я вот утром в 6 часов приехал на такси к ним, здесь на Гапиева 3, и отвез в больницу, то, что они находились вот, в таком состоянии, что избиты, гематома под глазом. Хасен себя чувствовал, вот, то, что кружится голова. По словам капитана полиции Калкамана Касымова, в отношении директора ТОО «Айжан-3» возбуждено уголовное дело. На данный момент они ждут результаты экспертизы. Сейчас экспертизу, запрос сделали, они в УМЦ обращались. Один отказался от госпитализации, а второго отпустили. Они живут на Бухаршанской территории, и Бабай, они уехали. Нужно отметить, что эта история не первая. Буквально неделю назад мы показывали сюжет о том, как руководители данного кладбища незаконно продали государственную землю, при этом не предоставив какой-либо квитанции. Для моей сестры попросила Гуля, моя подруга. Вот она говорит, что надо за место платить. Ну, это же все-таки земля государственная, я думаю, что это... Ну все, поэтому я, какие документы, какой договор, что-то, как это, какая земля. Поэтому, мне кажется, это не противозаконно. Все-таки же надо какие-то законы. Если она купила это место, землю, значит, какие-то должны быть документы соответствующие, я так считаю. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».